Бывает, неточно у вас показывают часы, почему-то сбились или что-то еще. Берете мышкой, щелкаете по ним правой кнопкой мышки, правой. Появляется вот такое меню. И левой кнопкой выбираете параметры даты времени. Это Windows 10 так вот есть. В других тоже аналогично версиях Windows. Открывается такое окно управления. И тут вот текущая дата, время. 4 октября, время такое-то. Видать, села батарейка в материнской плате. И пока компьютер был выключен, она уже вообще не поддерживала ничего. И отстали они на 7 или 8 часов. Тут стоит ползунок установить время автоматически. Автоматически тут не надо часовой пояс, тут вручную. И есть, когда вы подключены к интернету, синхронизировать. Еще вот стоит ползунок автоматически переходить на летнее время и обратно. Вот жму синхронизировать. Сейчас у нас 4:34, а теперь, видите, стало 11:41. И вот галочка, что синхронизация выполнена. Вот так вот вы переставили время. Но обычно надо поменять батарейку в материнской плате. Снимаете боковину корпуса, аккуратненько там смотрите, где пинцетиком отодвинуть ту защелочку батарейки и достать ее. Пойти такую же на рынок или в магазин купить и поставить обратно. И будет у вас время потом четко правильно показывать. Ну а так, когда что-то в Windows 10 или других не ясно, правой кнопкой старайтесь щелкнуть на значке, выпадает контекстное меню, читаете и уже левой кнопочкой выбираете действие. Ну или идите панель управления. Тут она панель управления у вас идет, щелкаете на где клавиша пуск и стоит вот такое вот шестереночка. Заходите на канал, смотрите плейлист «Техника», уроки, обучение, там есть интересные видео.